Бухаев-то много обещает, он только и знает, что обещает. Но вообще такой классический обещающий. Но ничего не выполняет. Вот он, почему мы начали, значит, процесс создания партии? Он же в марте этого года заявил, что создавайте партии. Вот, все имеют право. Никаких препятствий не будет. И по облегченной формуле будем регистрировать партии и так далее. А потом уже после этого он понял, что, в общем-то, наша партия – это не проекта власти, как обычно они привыкли, они же все делают по своим проектам и играют на публику, вот, выпуская пар, так сказать. А мы – реальная оппозиционная партия, тем более, что Тохаев меня лично знает. И поэтому они, значит, поняли свою ошибку, и они исправляют ее путем беззаконий вот этих вот. Откровенно попирая закон, вот как Сергей рассказал, и я говорил, что вообще нет оснований у них отказывать нам, потому что у нас все законно. И таким образом наши законные действия пресекаются беззаконием. Они рассчитывают, что запугают нас, что остановят наше движение, нашу борьбу. Это им не удастся. Мы Отлично. будем идти до конца, мы обязательно добьемся регистрации, потому что правда на нашей стороне, закон на нашей стороне, и мы обязательно потом попадем в парламент, и мы будем там уже работать легитимно на то, чтобы изменить ситуацию в Казахстане полностью цивилизованными методами и идти дальше по демократическому пути. Мы живы! Мы живы!